Представляем вашему вниманию линейку твердотопленных котлов завода ДОН. Это классические универсальные твердотопные котлы, работающие на любом виде твердого топлива. Весьма демократичные по цене и по качеству соответствуют всем требованиям. Значит, котел в базовом комплекте уже идет в таком красивом декоративном кожухе оранжевого цвета с встроенным регулятором силы тяги и термометром погружным с гильзой, на котором мы контролируем температуру теплоносителя. Механический регулятор вставляется в трехчетвертную резьбу сверху и регулирует приток воздуха в зону горения внизу в зольной дверце. При повышении температуры заслонка закрывается, при понижении температуры происходит обратный процесс, заслонка открывается. Сердцем любого котла есть его теплообменник. В данном случае котел двухдверный и доступ к теплообменнику из загрузки бункера осуществляется с помощью одной двери. А чтобы дым не шел нам в лицо, когда мы открыли загрузочную дверку, есть специальная задвижка. Вот только открыв эту задвижку, мы получаем и видим, собственно говоря, какой у нас объем топлива и бункер. Чуть полено бы котел будет вмещаться до 30 сантиметров. Обращаю внимание на особенность конструкции теплообменника. Для увеличения конвективной части теплообменника, теплообменник по сути реализован в двух вариантах. Сначала дым огибает вот такие вот водонаполненные трубы, внутри вода циркулирует, их здесь в данном случае 4 штуки. И далее, поднявшись вверх, он попадает в трубный теплообменник жаротрубный, в которых уже водяная рубашка внутри вот этих перемычек. Дым проходит через эти трубки, их всего здесь 8, и выходит на выход из дымохода. Фланец, адаптер идет, входит в стоимость поставки, переход на 150-й диаметр. Таким образом достигается весьма большая конвективная часть теплообмена и, соответственно, КПД котла. Колосники у котла чугунные, съемные, что очень хорошо подойдет для дровяных видов топлива. Дрова, пилки, тырса, щепа, все будет гореть на чугунных колосниках хорошо, без конденсатов. Нижняя зольная дверка дает одновременный доступ к зольнику и к зоне колосников. Чтобы зола и жужелка не просыпалась нам в руки, вот есть такая задвижка. Открываем ее, и вот мы видим наши колосники, чугунные, съемные. Лоток для золы входит в базовый комплект поставки, весьма объемный. В нем вмещается достаточно много золы. Вынув его, вытрусив, вставляем обратно, пользуемся котлом дальше. Котлы данной модели производятся в мощностях от 11 кВт до 40 кВт мощности. Очень демократичным ценам. Подача котла ДН-40 находится вверху, обратка ДН-40 находится внизу. Все котлы линейки завода ДОН есть в наличии у компании «Теплобезгаза» и могут быть поставлены в любую точку СНГ. Обращайтесь, всегда будем рады помочь.